В Мариэл на сегодняшний день случаев подтопления населенных пунктов не зарегистрировано. Паводковая обстановка на территории республики стабильна. Значительных превышений уровня воды нет. Как отмечают в региональном управлении МЧС России, ситуация с прохождением весеннего половодья остается на постоянном контроле правительства республики и Комитета гражданской обороны. В зону подтопления могут попасть 6 населенных пунктов 4 муниципальных образований. Всего, скажем так, под угрозой находятся 63 дома, население 235 человек. Это населенные пункты, такие как Йошкар-Ола, Якимово, Якимовский выселок, Нолька, Три Рудки поселок Гордомарийского района, поселок Куяр Медведевского района и поселок Кокшайск Звениговского района. Кроме того, в поселке Кокшайск еще СНТ «Волгарь» находится в зоне воздействия возможного паводка. По малым рекам в республике обстановка стабильная, каких-то напряженных моментов пока нет. Что касается большой реки Волга, все зависит от каскада, который сейчас, в настоящий момент, чуть-чуть наращивает сброс. В ближайшее время, где-то на этой следующей неделе, будет видно. По прогнозам, интенсивность паводка в Мариэл в этом году может лишь немного превысить среднемноголетние значения. Возможно, локальное подтопление. На сегодняшний день риск возникновения чрезвычайных ситуаций на территории республики остается минимальным.